Коклюш относится к острым воздушно-капельным бактериальным инфекциям. Наиболее характерным признаком коклюша является приступообразный спазматический кашель, а в тяжелых случаях – остановка дыхания. Традиционно рост заболеваемости наблюдается, как правило, в августе-сентябре. К тому же в соцсетях появилась информация о том, что в детской городской больнице начинается эпидемия этого заболевания. Сами врачи утверждают, что оснований для паники нет. Ситуация стабильная. Если говорить вот про эту поликлинику, про первую детскую поликлинику ГУСДГКБ, то с 1 января здесь зарегистрировано всего 7 случаев коклюша по настоящее время. А в данный момент вспышечной заболеваемости нет. На данный момент роста по сравнению с предыдущими годами нет. Сейчас таких детей очень сложно найти, которые болеют коклюшем, и вот они среди нас где-то ходят. Вот на моем участке за год только один случай, и то достаточно быстро выявлен, и как бы сейчас ребенок на карантине, и он никому не угрожает, он сидит дома. Еще одним мифом является то, что коклюш тяжело диагностировать и нельзя вылечить. Авторы подобных материалов ссылаются на анонимные комментарии медиков, которые назначают антибиотики, не дожидаясь результатов анализов. Однако современные методы медицины позволяют достаточно быстро выявить недуг и минимизировать последствия. Основные осложнения, самые тяжелые осложнения – это осложнение со стороны бронхолегочной системы, то есть присоединение сопутствующей флоры с развитием каких-то бронхитов, тяжелых пневмоний, которые непосредственно не связаны с самим коклюшем, но связаны с тем, что иммунитет ребенка снижается от длительных заболеваний. Все же дети действительно переносят болезнь тяжелее, а лечение может занять длительное время. Недуг в виде нарастающего кашля неприятен для малыша и часто пугает родителей. Поэтому очень важно предупредить коклюш и вакцинироваться. Многие родители подходят к этому ответственно, ведь прививка от коклюша переносится, как правило, легко и безболезненно. Мы делаем прививки все в срок, в том числе и от коклюша, потому что это очень серьезно. У меня двое детей, оба привиты. Это потому что очень серьезное заболевание, и мы не хотим, конечно же, болеть. Вакцинируют от коклюша только детей до 4 лет. Как правило, делают несколько прививок бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.